Всем приветики. Прислали мне посылку из Китая. Стекло для телефона. Правда, впервые она пришла вообще без почтового пакета. Просто поролон, обмотанный скотчем. За все время такое впервые, потому что всегда был почтовый пакет. А старое матовое стекло я выкинул, потому что оно ко мне не подошло. Моего телефона получается здесь такая вот одно отверстие должно быть, и здесь два. А там было наоборот. Здесь два, здесь одно. В общем, не для моего телефона. Вот. Я тогда спор открыл, вернули деньги. Я заказал новое. В общем, открываешь. У всех здесь лежит там сухая тряпочка, мокрая тряпочка. Ну, салфетка сухая, влажная. А здесь ничего не лежит. Никаких салфеток. Просто стекло, так, я так понимаю. А нет, они спрятаны. Лол. Просто у всех наверху, а здесь... Да, вот это у всех такое лежит. Но у всех оно разбросано, типа, отдельно там наклейки валяются, отдельно эта штука валяется. А здесь прямо в таком пакетике. Отдельно. Ну, в пакетике все собрано, как бы. В пакетике лежат, типа, сухая и влажная салфетки и наклейки. Но я пакетик открывать не буду, вот он. Открывается так вот. Но я его открывать не буду, потому что я их никогда не использую. И так, типа, подходит. Вот. Здесь больше ничего нету. Кстати, он так их прикольно спрятал. Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Ну, у всех бумажка такая же. И AG. И, типа, матовое стекло. Вот эта черная, как бы, штука. Типа, показывает, что... Не остаются отпечатки на матовой поверхности. Вот она типа матовая. Сейчас светит вспышка. Так, а для моего экрана, да, у меня так вот дырочка одна, и здесь две. А там было наоборот, здесь две, здесь одна. То есть не для моего. А это видно сразу для моего. И показывает, что типа не остаются отпечатки. Ну вот реально я нажимаю. Отпечатков вроде не видно. Вот я сейчас нажму. Ну-ка. Вот. Остаются как бы такие пятна, но... Хотя нет, все-таки остаются отпечатки, хоть оно и пишет. Потому что еще... Типа в глаза, бликов для глаз нету. Ну, отпечатки, они остаются, но не такие явные, как на глянце. На глянце они прям такими пятнами грязными такими. А здесь оно остается, но вот я нажимаю. Оно и... вот. Если я нажму вот, то оно и не особо видно. А на глянце оно сразу все видно. Это вот если хорошенько так прижать, то тогда вот если как-нибудь так хорошенечко, то тогда, ну, он видно остается. А если так легонько, то и не остается. Плюс блики в глаза не идут, на глянце оно прямо вот когда вот светишь на лампу, аж видишь лампу, а тут не видишь, просто такой как бы, ну, вон видно он на глянце. Вон она, лампа видна. И оно типа в глаза блики будет давать. А тут... Не видно лампы, просто такое как бы свечение. И типа на глаза не так сильно влиять будет. Ну, отблескивать. А это что? Я не знаю, что это такое. Ну вот. Правда, это типа стекло, потому что оно толстенькое. То есть не пленка, а стекло. Как-то показать. То есть где-то полмиллиметра где-то там. На черной этой штуке наклеено стекло. И как ее приклеить, по идее, ты должен наклейки расположить здесь, приложить к экрану и снять, а как ты приложишь, когда оно больше. Ну, вообще, АГ. Так, а что здесь написано? А, 9H моет глаз. А, все, понял. АГ, по-моему, это качественная штука, потому что я помню стекло самое первое, которое я ставил на свой этот телефон, с которого я сейчас снимаю. Тоже АГ было, и оно было, по-моему, качественно, насколько я помню. Потом я заказывал какие-то другие, и там было не очень качественно. Хотя нет, более-менее нормально, но, по-моему, АГ такое качественное было. Долго оно у меня было, а следующие как-то быстро бились. Надеюсь, это тоже подойдет, будет долго у меня служить. Ну и плюс матовое, впервые попробую матовое. Правда, здесь не покажешь, я бы показал, как рука... Не особо видно, оно здесь. Оно и видно, оно через АГ, вон палец такой виден, убираешь, и он уже такой размывается. Ну вот.
Но вообще, я думаю, что это хорошая, качественная вещь, потому что, ну, все так упаковано, это в пакетике, не отдельно разбросано, а в пакетике. Это такое вот прям такое черненькое, стильненькое, все такое. Ну, по-моему, мне кажется, хорошая вещь. Ну, это пока что предварительные такие мысли. А как оно будет на самом деле? Не знаю, надо клеить. А сейчас я наклеить не могу, потому что я на него веду запись. Вот. Потом наклею, гляну, как оно. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.